Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мир юрского периода». Ну что же, у нас сезон завершен, награда за охотников, и мы с тобой забираем пак. Так, кормежка, кормежка. Опачки, а у меня такого, по-моему, не было. Саркастодон, точно не было. Так, и 650 очков доверий. Вот это я понимаю, мы сыграли. Закрываем. Так, забрать 20 ДНК. В общем количестве 40. И здесь топишара выпал. Окей. Так, топижары. Здесь сейчас паки откатятся, может быть, посмотреть. Давай-ка посмотрим, что у нас по событиям. Так, битва за выживание только для обычных. Плюс вместе с приливом и землетрясение. Это кто такой? Ну-ка, подожди-ка, давай посмотрим, что это у нас тут. Галимим. Гарантированная награда. А здесь... здесь вот, наверное, стоит, друзья мои, побороться. Так, а тут еда. Так, ну что, давай открываем пак. Смотрим. Гуаньлун. Так, 15 очков доверий. В принципе, можно, а нет. Или можно все-таки? Нет, нельзя, ребят. Бесплатный пак почему-то недоступен. Но здесь у нас созреет все-таки, наконец-то. Наконец-то он созрел. Спинозавр. Поместить и прокачать. Так, 20-й. И здесь тоже 20-й уровень. И теперь еще и сделаем эволюцию. Да, будем прокачивать его до 30 уровня. Так, здесь у нас с тобой готов, хлопчик. Так, помещаем. Можно соединить. Ну как соединить? Вначале прокачать. А потом соточки у меня нет, поэтому перебьемся пока. Заберем просто здесь награду и все. Так, а здесь у нас еще, видимо, и ДНК, да, есть. Забираем. Ну что, пойдем тогда на события. Раз такое дело, вместе с приливом начнем. Так, ух ты, ёк-макарёк. Докодерма, генерия и опять докодерма. Ну что же, здесь нам, наверное, понадобится плезиозавр. Скорее всего. Не знаю, может две штуки взять. Или одной будет достаточно. Плюс, а, так у нас все. Значит, нам понадобятся вот эти вот хлопчики. Ну что, попробуем справиться, попробуем их одолеть. Так, я беру бонус. Я беру бонус и смотрим. Атаковать не стал. А если я так сделаю? Но все-таки решил бомбануть. Ну что, ушатываем тогда мы этого парнишку. Раз, два, три. Раз, раз. Гуляй, Вася. Давай сюда генерию. Или генерию, как она там правильно звучит. Так, посмотрим, что он сейчас тут придумает. Окей. Ну что, этого тогда тоже ушатываем с тобой. Раз, два, три. Пам. Пам. Вот так вот сделаем. Хватит хоть? Конечно, хватит. Ну и опять же, докодерма. Выглядит, конечно, ужасно. Это докодерма. Что-то как эта смесь черепахи с какой-то, я не знаю, рептилии. Ну ты понимаешь, да, что зря он это сделал. Потому что сейчас мы его, естественно, раскатываем по полной программе. На тебе. Все, готов, хлопчик. Но это был только первый поединок, естественно, еще второй и третий. Все, 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 ну, давай. Начинает тут, как говорится, выпендриваться перед вами. Ну что, 30 ДНК. 30 ДНК и следующий у нас поединок. Здесь, ага, здесь нам нужно взять с тобой Архилона и
Подожди-ка, кранозавра. Архилон. Так, а Кайвике это, по-моему, змея. Ну, не знаю, кранозавра. Может быть, ромалиозавра. Давай вот так вот сделаем. Раз, два. И сюда можно, в принципе. А кого ты сюда возьмешь? Ну, давай элосмозавра. Так уж и быть. Попробуем раскатать. Ух. 78 к атаке, это вообще ни о чем. Будем смотреть, что он сейчас. Наверняка поменяет, скорее всего. Так точно, поменял. На Ризода. Ну а мы тогда с тобой поменяем. Вот так. Посмотрим, что он дальше будет делать. Может пойти в атаку, если честно. Но нет, он меняет. Это не змея, похоже, да, на змею. Так, что у нас получается? Берем ромалиозавра и проводим три атаки. Плюс берем бонус. Твою ж налево, а? Неужели все на этого, на Ризода скидывает? Да, ребята. Тогда ему придется все слить. И он так и делает, он сливает абсолютно все. Ну, Ризоду тоже крышка. Хотя, погоди-ка, какая ему нафиг крышка? Никакой ему крышки не будет сейчас. О-ля-ля, что делать, ребята, нам? Ну-ка, проверим. По-моему, не добью я его. Нет, получилось все. Так, стиксозавр. Ну, он сейчас ушатает меня, тут понятное дело. А вот мы потом ушатаем его. Сколько, я даже не помню, сколько он там атак сделал, если честно. Даже не показали. Ну, я знаю, что влуплять нужно по полной. Ага. Ты глянь-ка. Ну, ему не хватит пробить нас. Просто не хватит. А я еще разок. Нахрапчиком. Замечательно. Ну что, наша черепашка, как ты видишь, победила. И это хорошо. Это нам приносит вторую победу из трех. Давай тогда дальше двигаться. Подводный мир нас ждет. Умунозавр, стиксозавр и декодерма. Разносольчики пошли, да? Значит, здесь нам надо взять Зуходуса. А против стиксозавров, блин, мне некого взять, к сожалению, пока. Но я думаю, что надо будет, наверное, сделать... Твою налево. Он силен, он силен. Против него мне некого выставить. Черепа... Вряд ли у меня хватит на откат. 47, ёк-макарёк. Ну неужели кранозавра брать, а? Ну это как-то глупо. Псифодерма тоже не вариант. Трындец, короче. Пападос еще тот, да, получается у нас? Угу. Пападос еще тот, получается у нас. Артакантус. Да что ж ты будешь делать? А сколько ты стоишь, если... Ну, давай хотя бы так, наверное, сделаем. Возьмем его и Зуходуса. Глупо, конечно, получается, но других вариантов, ребят, я не вижу. К сожалению, пока. Ну что, сразу влупим. Так, 69 хп оставляем. Ну, он сейчас будет менять, он будет менять вот на этого. 100% тебе говорю. Нет, поменял на другого почему-то. Еще и атакует. Так, а у нас кто против него хорошо идет? А у нас нету, да? А у нас нету, кто против него хорошо атакует. Трындец. Вот это вляпались, блин. По полной помидоры. Сейчас посмотрим, что он там придумает. Он сейчас, наверное, вжарит по полной программе нам. Угу. Не вжарил, тогда вжарю я.
Причем по полной программе. Давай, давай, давай. Главное его пробить. Ну. Хорошо. Так. Выплыл, да? 118 к атаке. Ну, ему придется слить практически все. Он, в принципе, этим и занимается. Отбил, молодец. 69 всего лишь у него, да? 60. Блин, мне нужно две атаки, ребята. Раз, два. Вот так вот сделаем. Блин, ну почему? Я думал, что защиту он возьмет. А у него, оказывается, не было. Или он все перекидывает на декодерму. Точно, перекинул, он все-таки в бонус взял, ребят. Ну что, распрощаемся, наверное, да? Мы с нашим плезиозавром. А вот кто из нас победит, я думаю, что, наверное, мы. Наверное, мы победим. Ну-ка, попробуем. Да. Заходус еще не подводил меня, слава богу. И, ребята, это нам дает абсолютную победу. И, соответственно, мы с тобой зарабатываем. Что, пак? Ну, в пак я, конечно, на легенду не рассчитываю. Не пак, а рулетка здесь. Колесо призов, точнее. На легенду не рассчитываю. Да ладно, ёк-макарёк. Ребята, аммонит. Ты прикинь? Я честно говорю, я не рассчитывал. Но легендарная карта сама пришла ко мне. Спасибо тебе огромная, игра. Хоть где-то ты мне делаешь поблажки, ё-моё. Аммонит, у меня не было такого, ребят. Это новенькое. Так, а что это у нас такое событие? Событие, ну-ка посмотрим. Диплодок. Так, подожди, я не понял. Птерозавры, ну. То есть, я сейчас вот возьму просто алангозавра и все? Нет, нужно взять птерозавра хоть одного. Ну, это, ребята, легко и просто. Птерозавра можно взять. У меня здесь есть кое-кто. Или тут чисто птерозавры. Ну вот, например, Рамфоринка. Блин, ему еще нужно. Он говорит такой, типа, у тебя недобор в команде, а мне, в принципе, ничего и не надо. Сейчас просто ушатаю с одного удара. Такое легкое событие, на самом деле. Вообще на изи. Даже можно было не алангозавра взять, а что-нибудь попроще. Что-то я немножко поспешал. Ладно, шиш с ним. Так, давай дальше смотреть. Шунозавр плюс скалозавр. Опять же, ребята, это травоядники. Сюда достаточно взять хищника какого-нибудь. Ну, кто у нас там хищник? Ну, Гуанлунь, это, конечно, слишком мягко для них будет. Вот, тот же самый велосираптор. Вполне, ребят, сгодится. И плюс... Ну, кетсу можно взять. Кетсу плюс еще, например, велосираптор мод 2. А, нет, нужно именно... Два летуна. Хорошо, возьмем. Давай. Ну, кетсу. Точно мне одного хватит? Да, в принципе, должно, ребят. За глаза и за уши. Да, сразу выносим. Причем на одну единичку больше, чем у него здоровье. То есть шунозавр сразу идет лесом. Все. Одного удара достаточно. Ну и скалозавр, соответственно, сейчас тоже отдуплится. Он взял либо в защиту, либо в дополнительные очки действия. Ну, ему это уже не пригодится, все. Какое-то легкое действительно событие. Но мне-то плевать, как проходить. Главное проходить. Окей, еще немножко ДНК. И последнее. Ну, там получим, конечно, мы с тобой Галимима. Так, значит, что нам тут понадобится? А, хищник. Хищник. Хищником у нас пойдет в этот раз. Ну, вон Ютирануса возьмем. Сейчас просто щелк-щелк и все. А из летунов у нас будет... Давай, в самый хвост. Аланка. И Аланка. Все. Тут не принципиально брать. Супер прокачанный. Каритозавр. Ну, ты уже сам понимаешь, он... Да, он трупец. Так, и Уннайзавр. Уннайзавру тоже ничего не поможет. Мы его, естественно, разберем. Да.
Слушай, ну Галимиб же у нас, по-моему, есть, да? Или он у нас не открыт? Я вот не помню, если честно. По-моему, он у нас открыт, и он есть. Давай. А, тут еще вот как. У, Столбакинских, спасибо. И Галимиб, новые. В плане Галимиб новые, что-то не понял. А, так у меня Галимиба не было, что ли, получается? Да ну, быть такого не может. Подожди секунду. Галимиб, сейчас мы посмотрим с тобой. Ну вот же Галимиб, он у меня был. Единственное, что теперь, да, мы можем его спокойненько брать в магазине. Так, заберем с тобой этого Ютараптора. А, Пирораптора. Вот так вот. Тут забираем наградушки. Раз, два-с, три-с. Так, что еще я хотел? Что тут же я еще... Ага, тут еще награды. Так. Сбили меня с толку. Галимиб. Я хотел посмотреть, с кем у нас... он у меня вообще есть или нету? Мы Галимиба делали, если не ошибаюсь, из него... Вот же, по-моему, да? Галимиб и Афиакадон, по-моему, вот. И получился Афиакамим. Точно-точно, это я помню. Ладно, фиг с ним, пускай будет. Так, что дальше? Насутто Цератопс. Не особо сильно я хочу его скрещивать в данный момент. Так, монетки как бы надо, в принципе-то, собрать. Так, ну что? Что я хотел сделать? Посмотреть дальше, какое у нас есть еще событие здесь. Так, только для обычных. Это на еду. На еду и все, что ли? А что так печалька? Только для обычных. Ну, давай только для обычных. Значит, летающие. Берем аргентинозавра и берем бонитозавра, что ли. Ну, давай вот так вот. Для обычных, так для обычных. Погнали. Против фаланки, да? Врежем сразу же. На тебе. Пробить у нас не пробьет, так что волноваться не стоит. Пеликани мимо взял. Ну да, тут. А у нас нет. Не лучшая атака. Давай вот так вот сделаем. Угу, угу. Так, ну по-моему пора, ребят, что-то с ним делать, я так думаю. Сливаем его. Иди отсюда. Так, Аланочка вернулась со своими 109 хп и 42 атаками. Ну все. Бонитозавр сейчас уничтожит Аланку. Причем в легкую. Вот так вот. Бабах. Аланка, да, Аланка это самый первый, кого мы прокачали до 40 уровня. Потом сделали с тобой гибрид Алангозавр, насколько я помню. Так, ну что же. Там могучие деньги, да? Первая победа у нас в кармане. Давай ехать дальше. Тут Аргентинозавр плюс Ютараптор. Ну, против Аргентинозавра мы берем с тобой Гуанлуни. А вот против этого возьмем Лимноселиса. Ну, я думаю, этого будет достаточно. Так, 120 к атаке. Ладно, делаем так. Будет менять, интересно, или нет? Меняет. Меняет все-таки, да? Ну, и мы тогда поменяем тоже. Плюс возьмем бонус.
Ну что ты там дергаешься, ты пыхаешься. Ну что, валим? Раз, два, три. И бонус. Хватит, нет? А-та-та-та. Не хватило, ребята. К сожалению, пока. И чего? И чего ты этим добился, я так и не понял. Раз, два, три. Бонус. Адьюс, аргентинозавр. Ты нам больше не помеха. И Ютараптор со своими 14 оставшимися здоровьем. Ничего тебе здесь не поможет уже. Можешь даже не орать. Давай, Лимноселис. Ушатываем этого хлопчика. Пускай там не шипит. Все. Ютараптор отдыхает. Прикольно. Ну что, по-моему, еще один поединок нам остается сделать. Я думаю, что он не будет сложным абсолютно. Так, стегоцефал плюс пеликанимим. Ну, против стегоцефала мы берем с тобой пеликаниптерикса, ёк-макарёк. И здесь взять. Кого взять-то лучше? Ну, давай. Да, мне кажется, и одного достаточно будет. Ну, на всякий случай возьмем с тобой манингозавра. На всякий случай. О, выносим сразу с удара просто этого Лимноселиса. Ой, стегоцефала, о чем я, господи. Конечно же, стегоцефал у него. Так, вот пеликанимим. Ну, может тут немножко побороться еще. Но я что-то сомневаюсь, что он тут. Поехали, попробуем. Угу, взял одну защиту все-таки. Так, если он сейчас 3 сливает, ну ему не хватит нас подбить. Пробуем. А вот ему, блин, живет еще, а. Ну что, все сливает, тогда мы его уничтожаем манингозавром. Ну да. Манингозавром мы его просто в порошок стираем. Поехали. Зубами щелк. И все. И все, ребята, и отдыхает пеликанимим. Круто. Ну что, забираем деньги. Честно заслуженные, заработанные. А, еда, еда у нас тут, ё-моё. Что это я вдруг? И очки доверий, которые тоже лишними не будут. Так, забираем тут наградушку. Так-с. Подожди-ка, ежедневки-то у нас. Да ё-моё. Так, использовать ускорение, принять в ПВПшке, собрать моды. Собрать моды надо сейчас в первую очередь сделать. Так, давай мне что-нибудь там пушистое, хорошее. Может даже пак подарить мне. Нет, дает отвлечение. Так, давай еще один. Опять отвлечение даже, да? Да ё-моё, дал бы мне набор. Я бы нисколечко не огорчился, наоборот бы обрадовался. Так, в ПВП ускорение, ПВП и ускорение. Значит, в ПВП мы с тобой обычно что делаем? В ПВПшке идем в кайнозойскую эру. Раз, два, три. Все, погнали. Ежедневка есть ежедневка, да? Гигантский олень. Дипротодон и глиптодон против нас. Да. И он еще и первый ходит. Да ладно. Вот ты жук, а. Он не стал ходить. Ха, интересно. Ну давай я так сделаю. Три. Блин, ушатает, да? Сейчас 3 атаки сделает. Плохо. Если он так сейчас поступит, это будет плохо. 2. Но с 2 атак он нас не уничтожит, конечно.
Но ему тоже, извини меня, урон. Ты посмотри, сколько у него. Да, я его припарюсь тут бомбашить-то, если честно. Ладно, сделаем так. Сколько он там сольет? Две атаки. Это, кстати, олень вот свежий, который разыгрывался недавно, ребят. Сколько, блин, я просмотрел, сколько он атаки нанес мне. Ё-моё. Твою налево. Короче, я все сливаю, ребят. Я просмотрел просто. Этого достаточно. Да ну нафиг, 346 к атаке. Вы серьезно, что ли, сейчас? Он ушатает меня сейчас просто-напросто в хлам. Просто на изи ушатает. Да, мамонт мой так и осел на землю. Ну а здесь вариантов нет, ребят. Тут фейл. Что ему надо сделать? Три атаки и все. Три атаки всего лишь. Я тут растекусь по полной программе. Да. Немножко в шоке. Ну, мне главное надо было сыграть, а выигрывать здесь не обязательно. Так что забираем награды. Ага. Использовать ускорение. Ну, ускорение ты уже знаешь, да? Как? Блин. Его надо, чтобы он был здесь, на первом месте. Это кто у нас? Галимин. Пускай будет здесь, а почему бы и нет? Нам какая разница, да, где находится Галимин? Так, и еще сейчас быстренько с тобой два ускорения сделаем. На трицератопсе. Помещаем. Так, все что ли? Ну да, выполнили задание. Открываем. Так, доллары. Хавчик, там еще что-то у нас с этим связано, да? По-моему, с покупкой карточек. Если я, конечно, не ошибся. Так, вывести. Кого бы новинка. Ага, вот этого у нас не было. Это свежеприбывший, так скажем, да? Что там нужно сделать? Твою налево. А, купить билет. Но здесь нужно просто посмотреть видос. Так, ну что, забираем остатки роскоши. Ну, в принципе, и все, можно закругляться. Единственное, что я хотел, это вот здесь поставить еще разок, да? Вот так вот. Чтобы потом можно было бы их сразу скрестить. То есть не 10 уровня, а сразу 20. Ну вот. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.